Дорогие друзья, мне часто задают вопрос, что такое имплантация зубов. Я думаю, ни для кого не является секретом то, что дентальная имплантация на сегодняшний день является самым оптимальным способом замещения дефектов зубных рядов. Более того, за исключением редких противопоказаний, это единственно правильный с точки зрения анатомии и физиологии способ восстановления отсутствующих зубов. Однако способ этот достаточно комплексный, поскольку включает в себя ряд ключевых этапов, требующих от нас, докторов, выбора и ответов на ряд принципиальных вопросов, таких как дизайн имплантата, в том числе и с учетом возможных осложнений в будущем, дизайн имплантата абатмент, тип фиксации коронки, поскольку от этого напрямую будет зависеть срок службы коронок, а также, безусловно, планирование операции имплантации, поскольку только 3D-планирование с изготовлением каткам хирургических шаблонов позволяет нам адекватно перенести планируемое лечение в полость рта пациента. Дорогие друзья, я с удовольствием приглашаю вас в нашу клинику Мегастом, немецкий центр имплантации, в которой мы проводим полный спектр стоматологических услуг на самом современном и актуальном оборудовании. От установки простых пломб до масштабного замещения и восстановления утерянной костной и мягкой ткани. От установки керамических кладочек до тотального протезирования с использованием методик аксиографии, гнатологии, тенса и нейромышечной стоматологии. Приходите к нам, мы всегда очень рады вас видеть.